Почти 6 триллионов тенге направлено на поддержку граждан и бизнеса в период действия режима чрезвычайного положения. Как в целом ситуация с коронавирусом отразилась на показателях по безработице в нашей стране? Об этом поговорим с Бекжаном Садыковым, старшим научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте. Бекжан Ирланович, добрый вечер. Вот, все ли предприятия сумели перестроиться под новые условия? Вот много ли таких, кто вынужден был сокращать штат? Добрый вечер. В части безработицы я бы хотел бы отметить, что в марте не было отмечено значительных сдвигов на рынке труда. Уровень безработицы тогда составил 4,8%, а количество безработных составило 443 тысячи человек. Тем не менее, следует полагать, что перспективы рынка труда в Казахстане следует считать негативными. С учетом временного закрытия предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса, уровень безработицы может значительно вырасти. Тем более, если считать, что в казахстанской практике учета безработицы гражданин регистрируется в качестве безработного по истечении определенного срока после подачи, после обращения в соответствующее ведомство. Фактически это означает, что первые количественные данные о влиянии коронавируса нам только предстоит получить. То есть я так полагаю, что в начале следующей недели, в начале следующего месяца мы получим определенное количественные данные. О каком количестве конкретно можно сейчас уже говорить? Да, существуют определенные прогнозы, конечно. Часто говорится о цифре о росте количества безработных до 1 миллиона человек. Я считаю, что эти цифры не безосновательны и, конечно, возможно, надо будет исходить даже из более пессимистичных сценариев. Ну вот, а кто прежде всего останется без работы? Какие сферы затронет больше всего? Да, в первую очередь это, конечно, коснется тех граждан, которые заняты в малом среднем бизнесе. Это таких граждан в Казахстане у нас почти 3 миллиона человек. В первую очередь это коснется сектора предоставления услуг. Это, в частности, граждан, которые заняты в таких... заняты на предприятиях общественного питания, транспорта, индустрии развлечений и так далее. Конечно, не все остались без работы, но данные о том, что финансовая помощь в размере одной минимальной заработной платы была предоставлена более 4 миллионам гражданам, не внушает оптимизма. И, кроме того, есть те граждане, которые формально остаются занятыми, но на бумаге остаются занятыми, но фактически ничего не производят. То есть так называемая скрытая безработица. И в перспективе данные граждане могут пополнить безработных. И отвечая на вопрос, также нельзя не упомянуть, наверное, самозанятых. Некоторая часть которого все-таки осталась без возможности работать, и в перспективе они также могут пополнить экономически неактивное население. Также в части рынка труда, наверное, следует упомянуть и выпускников образовательных учреждений. Так, в 2019 году отмечалось, что из 140 тысяч выпускников около 30% не было трудоустроено. То есть фактически правительству надо учитывать все моменты: и уровень молодежной безработицы, и скрытую безработицу, и другие различные виды безработицы. Но вот, по вашему мнению, что необходимо сделать для того, чтобы вот трудоустроить всех, кто в этом нуждается, в том числе и как раз выпускников? Безусловным, конечно, является применение программы дорожной карты занятости, которая уже показала себя действенный механизм. Об этом также говорил президент. С 2011 по 2016 год в рамках дорожной карты занятости до внедрения программы массового предпринимательства было трудоустроено на постоянные рабочие места 600 тысяч человек. И, конечно, нужно развивать. Если говорить сейчас о новых реалиях, вот достаточно ли тех государственных программ, которые уже существуют, или может потребуется разработка каких-то новых? С учетом сложившихся, наверное, реалий, на мой взгляд, следует проанализировать перспективы предоставления компенсации субъектам малого бизнеса, которые смогли сохранить рабочие места. Также, на мой взгляд, следует пересмотреть определенные нормативно-правовые акты, регулирующие
занятость. Так следует принять во внимание, что нужно предоставить возможность самозанятым участвовать в программах занятости. Кроме того, необходимо использовать возможности цифровых платформ. Это та же электронная биржа труда в части молодежи и выпускников. Вот вы сейчас говорите, а использовать возможности это для кого именно? То есть государство использовать такие возможности или все-таки населению нужно пользоваться? Потому что у нас есть электронная биржа труда, в принципе, где можно, как и работодатель может зарегистрироваться, так и нуждающийся в работе. В первую очередь, конечно, здесь зависит от того, от уровня слаженности взаимодействия между уровнями власти, между исполнительными органами, которые должны оперативно реагировать на те изменения, которые происходят сейчас на рынке труда и которые могут, в принципе, произойти. И также касательно цифровых платформ, здесь, наверное, необходимо отметить, что образовательные учреждения также могли бы развивать свои цифровые платформы для поиска работы, то есть своего рода карьерные хабы, где университет или партнеры университета могли бы размещать вакансии или объявления. Ну а население как бы должно в этом участвовать или нет все-таки? Ответственность какая-то должна быть или нет? Конечно, население тоже должно принимать активное участие, потому что в первую очередь здесь важна сознательность самих граждан, которые должны учитывать, что все-таки нужно в таких кризисных условиях также и полагаться и также на себя, и с учетом того, что государство предоставляет определенные такие возможности, расширяет, выделяет огромные средства на обеспечение занятостью, нужна самосознательность, то есть сознательность граждан, и должны граждане проявить активность в поиске работы. То есть, если я правильно понимаю, сейчас не нужно ждать, что когда тебе принесут что-то, нужно хвататься за любую, в принципе, работу, пока она есть, а потом уже смотреть на перспективу. Я правильно понимаю? Да, конечно, да, конечно. Вы правильно понимаете. Это влияние коронавируса сейчас оценивают как краткосрочное явление. Однако есть и прогнозы того, что может коронавирус иметь и долгосрочное влияние. Бегдан Роланович, большое спасибо. К сожалению, время у нас ограничено. Большое спасибо за исчерпывающие ответы об уровне безработицы и что с этим делать. Мы сегодня говорили со старшим научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований при президенте Бегжаном Садыковым.